это, ну, прежде всего, священник, который духовно окормляет того или иного человека, на дух которого ориентируется тот или иной человек, который к нему ходит для окормления. То есть он советуется с ним, он рассказывает перипетии своей жизни, он старается следовать его правилам, образу жизни в какой-то степени, насколько это возможно. Ну, допустим, если духовник монах, то, конечно же, мирские люди не становятся монахами, но все равно стараются как-то правильно этот дух в своих обстоятельствах житейских применять. То есть духовник – это священник, на дух которого ориентируется духовное чадо.